Астрологический прогноз на 19 февраля 2024 года. Это понедельник, и Луна из знака Близнецы переходит в знак Рак. Действует рекомендация 11 лунных суток. День хорош для заключения союзов и для укрепления дружеских отношений. Хорошо учиться, лечиться, заключать брак, путешествовать. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. До обеда хорошо работать с документами, торговать и встречаться с единомышленниками, партнерами. Во второй половине дня события могут замедлиться, ракурс внимания переместится на дом и близких. Хорошо наводить порядок и использовать любые замедления для еще более тщательных проверок и для исправления ошибок. Знаки земли. Телец, дева, козерог. В первой половине дня хорошо решать финансовые вопросы и делать необходимые платежи. После обеда благоприятно торговать, учиться и возвращаться к незавершенным ранее обсуждениям и соглашениям. День благоприятен для обращения к врачу, если, конечно, в этом есть необходимость. Знаки воздуха, близнецы, весы, водолей. День хорош для украшения своей внешности и для дел, связанных с популяризацией того, что вы делаете, для рекламной кампании, своих достижений и талантов. Хорошо решать финансовые вопросы, возможно, покупки, которые раньше не произошли по разным причинам. Хорошо обращаться к врачу. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. Вторая половина дня привлечет внимание к вашей персоне. Одевайтесь прилично и соблюдайте правила и законы. В этот день хорошо проводить время с детьми, участвовать в публичных мероприятиях, возможно, посещение культурно-развлекательных мероприятий. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.